Центр кузовного ремонта 100 мастеров представляет. Как говорится, делу время, а потехе час. Ну как, в среднем час свободного времени в день, и за 2 месяца можно построить вот такой картинг. За основу взята рама, производитель которой, к сожалению, нам неизвестен. И используя чертежи и картинки, взятые на просторах интернета, эта рама была доработана таким образом, чтобы на ней разместился пилот, двигатель и все органы управления картингом. Двигатель производства компании Bright мощностью 7 лошадиных сил передает крутящий момент на задние колеса через центробежное сцепление и далее на цепь. Тормозная система также на задние колеса, но учитывая специфику вождения картинга и его малый вес, этого более чем достаточно. Кстати, о весе. Картинг рассчитан не только на подростков, но и на взрослого человека весом до 100 кг. Самый трудоемкий процесс – это изготовление пластика для этого картинга. Его проект сначала был создан из пластилина, затем перенесен на форму и только после этого был отлит и покрашен. Уже совсем скоро будет открыт сезон катания, и в нашем инстаграм-аккаунте мы разыграем бесплатный тест-драйв этого картинга для наших подписчиков. Поэтому следите за информацией, подписывайтесь на наши социальные сети, впереди много интересных проектов, о которых мы обязательно расскажем.